Доброе утро, друзья. Сегодня мы с вами находимся на водоеме Вильс в Голландии. Здесь я не один, с Геночкой Кузьменко, с Таней. Приехали мы сюда половить лакс-форель. И, как всегда, все, что получится в нашей рыбалке, вы узнаете из короткого видеоотчета. Друзья, Геночка вот привез от нашего большого друга Валерия Лупуляк силиконовые приманки. Валерий известный рыболов-спортсмен на Украине и плюс производитель. Вот у него его фирма называется, скажем так, Саламандра Фишинг, даже, да, понимаешь? Саламандра Фиш. Различные силиконовые приманки, видите, и двухцветные, и расцветки вдоль, и поперек есть без раскраски. Есть вот такие вот ярко-зеленые, черно-желтым, да, просто обалденные расцветки. И как бы мы Геной у нас чесались руки поехать именно погонять эти приманки, да, попробовать. 100%. Да. Конечно, начнем сейчас первые забросы, сделаем на блесна, проверим, какая активность у рыбы. И потом начнем тестировать эти приманки. Первые впечатления просто производят обалденные они. Сейчас будем гонять, посмотрим, как к ним отнесется местная рыба. Выдаем вот такой вот. По немаленький, скажем там, по местным меркам водоем немаленький, поэтому будем искать. Да, все уже начали ловить, давайте мы тоже, наверное, приступим к ловле. У меня сейчас был выход форели на червячок Робер, видите, вот такой он слегка изогнутый. И когда вы его легким притяжечком ведете, вот этот кончик вот так вот играет. Форелька дошла до ног, не клюнула. Сейчас поменяем чуть-чуть сразу и цвет, и игру приманки, уж форма будет немножко другая, тоже хочу комби-ворм поставить. И, наверное, поставлю все-таки меньше огрузку, потому что видно, рыба неактивна, мы покидали минутам 15-20, поклевок ни у кого не было. Поэтому сейчас будем подбирать. Поставлю такого классного червячка, комби-ворм. Рассказывать пока ничего не буду, сейчас запускают рыбу, надо попробовать ее поймать. У меня только что был обрыв, а Таня зацепила, да какого красавца, молодец! Вот так вот женщины показывают, как надо ловить рыбу, да? Вот так вот. Молодец, ты у нас чемпионка. Супер, супер, молодец. Вот так не Танюха, уехали бы без рыбы, это хоть одна рыба есть на свете. Под трешку, да, под трешку, блядь. Трехожилет. Да, молодец, Танюха. Открывай душку. А я, дятел со слепу, плохо привязал поводок и клюнула форелька и ушла вместе с рунькой фиолетовой. Сам дурак. Из щушки пипец. Не, не держи, я сам потихоньку держу. Сейчас мы его поднимем. Последняя фиолетовая блесна. Опа, есть! Есть, красава! Да, тоже. Ну все, Гена, теперь твоя очередь. Так а когда же мне успевает? Только хожу за вами, да снимаю, да? Что это самое? Что за тобой? Ну фотку тебе все равно придется сделать. Так, я знаю, что я сюда не ловить. Ну, вот такая вот рунька и форелька под трешечку. Вот и Геночка зацепил свою лаксу. Не торопись. А у меня лесочка тоже. Ай, не торопись. Это что? А что это у тебя? Это Zemex. От Zemex, да? Да, Павел версия. Да, пошла, красотуля. Я могу даже с берега покинуть. Так смотри, она куда ушла. Тут трюшки хорошие есть. Хорошие. Она вон под тот берег уже ушла. Подривился сколько? Да. Ну да, она это самое. Смотри, чтобы мы с этим не пересеклись. Так, а как смотреть? Чуть-чуть, может это или совсем тормоза? Вадик, 0,2 или 0,3 есть. Ну такая же, как у меня. Так, вот она рядом. Ого, уже теперь да, уже. Она теперь да можно уже и не торопиться. Не торопиться. А главное не зацепилось было соседей. А то такое это, фрикцион сразу. Ген, ну тут до 10 килограмм вообще есть. До 10? Да. Ой, еще рыбу бросают. Не, большая не прыгает. Крупная не прыгает. Это форель прыгает. А такая большая рыба нет. Нормально. И пусть так и держи. Сейчас мы. Пока нет. Пока Гена нет. Пока не вижу. Да, 10 минут борьбы. Но, к сожалению, не в нашу пользу.
Я уже подсак под нее несколько раз пытался завести. Как не заматериться, я не знаю. Опять настроение ниже. Я столько ждал эту поклевку. Че, сволочь, запуталась, да? Тут? Гена, покажи, вот она блесенка, да? Собственного изготовления, да, ручного. На фоне СКГД сделал я немножко уменьшенную, облегченную. Настроение упало. Такая рыба, 10 минут мне мозги сосала. Да, борьбы. Ну, у меня тоже первая ушла. У меня еще хуже, у меня с блесной ушла. Если это тебя утешит, хотя скажи, вряд ли, да? Ну, будем надеяться. Так, рыба раз не клюет, нужно показать, что она должна делать. Сейчас мы тут быстренько перекусим, чтобы Бог послал. Так, Бог послал. Бог им послал, да. Колбасу из кабана и оленя с дикого. Вон она. Вот такая. Вот. Легкую сырную намазочку. Филадельфия, да, колбаска полукопченая. Короче, вот если бы Бог так относился к нашей рыбалке, как к нашему желудку, да, мы бы уже домой ехали. Сейчас клев начнется, как на черных камнях. Друзья, пока клева нет, расскажу о своих снастях. Значит, ловлю я сегодня первый спин у меня ZMX Impressive T732UL. Табулярный спиннинг. Значит, длина его 2,21, 0,5, 0,6 грамм. Это тест по приманкам. 3,6 ЛБ по леске. Значит, скомпоновал я его с катушечкой Exist, Daiwa Exist. Здесь, к сожалению, оказалась не та леска. Здесь мамой то ли 0,1, то ли 1,5 ПЕ. Из-за чего и произошел обрыв. Я не мог сначала понять, что случилось. Ну, что делать? Я катушек много хапанул вечером первую попавшуюся катушечку. И оказалось не та. Ну, так сказать, немножко покидал его. Не для этой рыбы, конечно, эта леска. Пока у меня сегодня... О, лишь с утра полчасика поработал. Второй спиннинг у меня тоже ZMX Impressive ABS-700, то есть солидный, со вклеечкой. Тест 0,3, 5 грамма. Daiwa Luvia с катушечкой. Здесь у меня санлайновская 0,3 стоит, плетня. Тафлюрик 0,16. Здесь у меня 0,5 приблизительно грамма головочка. Вот такая вот приманочка от вольера. Ну, а? Лопуняка, да, но пока, ну, не надо сказать, что там просто, как говорится, водоем большой. Вот у нас человек 10, запустили всего рыб 10. То есть рыба крупная, где-то по одной рыбе на человека. Естественно, что как бы рыбы здесь немного, и трудно сейчас что-то сказать об улове со каких-то приманок, потому что получается так, нужно попасть ей под нос, когда она тут проплывает, а шанс очень небольшой. То есть, когда на все озеро плавает там десяток рыбин, не очень подходит для тестирования. Ну ничего, порыбачим, раз уже приехали, да, Гена? Куда деваться? Да, долго-долго ждали. Клюнуло. Наконец! Смотри, иди сюда. Нет, непростая. Лаксик тоже. Ты здесь уже, ну давай. Да, чтобы не маленькой, да? Да, сейчас. Подожди, подожди. Не, Гена, не гоняйся, сейчас. Да-да. О, тихо-тихо-тихо. Есть. Моя черешня. Это поменьше. Спасибо. Поймал? Ну, слава богу, да. Горбатая какая-то. Горбатая. На леща похожа, Ваня. Да, зато полная икры, Гена. Ну. Сегодня силикон у меня молчит. А вот Мио сейчас такая 2,2. Одна сторона такая сине-фиолетовая, другая салатная с белым блесочком. Такая вот сработала. А полдня прошло. Три поклевки. И всего две рыбы. Не густо. Наконец-то у меня еще одна поклевка. Опа. Ваня мне ассистирует. Потихонечку, потихонечку. Я ее не вижу. Вот она. Сейчас чуть-чуть пошла. Твою мать, опять. Солнце светит, она. Гадюка. Слышь, она борзая, она рядом взяла. Вымотал. Ну хорошо заглотнуло, видишь? Ну да, главное, чтобы сидела нормально. Да, сегодня крайне трудовая рыбалка. Не то слово.
Ну. Блять, Мухтар. Иди сюда, моя черешня. Фух. Есть. Ё-моё. Ну все, Агена, поздравляю, красавец. Вадя. Красавец. Давай, держи петушка. Все. Есть. Вот она. О. Я ж тебе говорю, одна из самых первых медная. А ну дай, зайка, я ее уговорю. Да, чтобы вот на такую 4-2 грамма Гена на блесенку собственного изготовления заловил. Да ты... Вот такая борзая, ты что? И опять под бережком, да? Вот я тебе говорю, она ходит здесь... издалека. Сейчас я ее к тебе попробую завести. А ты не торопись, главное. Вот. Получай удовольствие. Она должна быть. И опять та же самая блесна, Вадик. Тихо. Ух, ты видел, какая штучка? Ля-ля-ля-ля-ля. Красава. Ух. Спиннинг до скольки у тебя грамм? У меня и нога не болит. Спиннинг до скольки грамм у тебя? До 7, по-моему, до 5, надо посмотреть. Ну, такая, когда таких чушек таскаешь на легкую снасть. Это да. Так. Не, ну меня поражает, а я-то упираюсь в силикон, а он не работает. Вот так принципиально вот кидаю, блядь. Слышишь, не хочет, ну. У тебя аксиома, да? Пассивная, да. Рыба на, ну, давай, силикон. Это... Сейчас я его подниму. Тоже хорошо заглотнуло. Это, кстати, та же самая блесна, Вадь. Та же самая. Ручной работы еще из меди, да? Еще из меди. Еще, да? Из меди. Еще щелкал 100 лет назад. Вот видишь, 100 лет назад щелкал, а сейчас пригодилось. Так, я же ее не выбросил. Иди сюда, моя девочка, иди, ты такая долгожданная. Иди сюда, моя девочка, иди. Вон мама стоит, ждет. Копеечек бьет, да, любимая? Чаек. И это правильно. Раза сильная. Иди сюда, моя черешня. Иди сюда. Я притомил. Катушка вскручивает вообще. Пару раз доставить воздух. Есть в торбе. Поздравляю, какая! Хорошая, да, ты еще крупнее той, ну. Свиноматочка. Рулят твои блесна, Гена. Куда им девать? Какая красивая, Вадя. И так. Опять она, вот. Дай смотри. Это самое, не бросай, я вижу, да-да-да. Я вот, друзья, это же та же самая блесенка. Гена, покажись, вот. Эту балабошку принеси. Вот, с одной стороны медная, а тут такая фиолетовая. Какая-то синяя, зеленая, не поймешь, да? Сейчас я ее уговорю. Супер, красавчик, опять на свою блесну. У меня было 2 тычка тут на фольму, но не реализовала. Видишь, это больше нравится, блесенка. Классно, давай. Сейчас. Не торопись, а пусть она. Не тороплюсь. Тут торопиться нельзя. Тихо. Такой дуры, да. Иди, смотри, еще больше той, смотри. Это еще больше, красава. Та же все блесна, да? Да. Вот она, волшебная блесна, Гена. Красавчик. Ух ты, нифига. Красавчик. Это еще больше той. Вот она, видишь, он в пасти. Да. Это за трешку уже. Супер! Геночка, поздравляю, молоток. Друзья, потихонечку фильм будем заканчивать. Еще с полчасики мы покидаем, но уже, боюсь, совсем стемнеет и ничего не будет видно. Рыбалка у нас получилась крайне трудовая. Геночка 3 поймал форельки, 1 сход. Я 2 поймал обрыв. Таня 1 поймала. Это весь за весь световой день. Ну а что делать? Рыба клюет редко, но довольно крупная. Тоже как бы свое удовольствие. Поймали только на блесну мы сегодня, силикон не сработал у нас. Ну что делать?
Каждый раз все по-разному. Вот такое оно непростое озеро Вильт. Иногда можно обловиться. Тут был, когда же где-то, наверное, недели три назад я здесь был, может, месяц назад. Здесь были с Валентином. Я 6 штук поймал, судака поймал, еще форель за 4 часа. Вот сейчас вот за весь день только 2. Только 2 лаксика, лакс форели. 2 лакс форели. Так что вот так вот. Рыбалка трудовая. Как говорится, друзья, всего хорошего. До новых встреч. Пока.